Веселее, маши лопат. Копай давай. Работаем. Не шевели. А я, блин, что делаю? Так, что это? Давай шевелись, давай. Девчуха, принимай 300-х! Срочно, куда нести? И сюда. Здрасте. Что с ними? Укреп работы. Пленные на мины напоролись. 5 укропов и 2 наших положила. Так они же тяжелые. Тут хирург нужен, а я простая медсестра. Хоть простая, хоть золотая. Лечи давай. Швидченко. Все. Слава Богу, витягли, хлопці. Ніна Петрівна, все гаразд? Шийте в реанімацію. Туля, так, я пам'ятаю. Ну, нас уже чекають. Ну, не полишати ж хлопців. Вони тяжкі, сам розумієш. Нам на 3-ю призначено. Ми вже запізнюємось. Ти будеш? Буду. Коли? Зараз я лише видихну 5 хвилин. І буду. Угу. Борт вночі з пораненими прилетів, вона важкими займалася. Ти не серце. Та я розумію. Слава Богу, що в неї цей госпіталь з'явився. Хоч перестала бігати, кожен літак з фронту зустрічати. 8 місяців пройшло, а від Вітеля ніяких звісток.
Это пленный, это конвойный. В каком состоянии? Все в тяжелом. А этот вообще на грани. И у меня нет обезболивающих. Ну так укропу не давай, а наших лечи. Так чем? У меня нету лекарств. Эти шо, аптека? Катерина, ты за наших головой отвечаешь. Если не убережешь, я хату твою сожгу, а тебя на подвал. Ясно? Значит, Черный, остаешься здесь на стреме. А с нее глаз не спускать. Куда? За бинтами. Метнулась муха. Ну, треба же якісь рамки. Ну, він запросто своїм однокласникам розповідає, що він з пістолета стріляв. А дома в нього там купа була цих автоматів, Калашникова, гранати. Мені вже деякі батьки дзвонять і питають, що там за бойовик в 5 класі вчиться. Наталочка, я обіцяю, ми з ним поговоримо. Ну, все добре буде. Він такий розумний. Він такий талановитий. Ну, правда, просто останні роки жив без мами. І батько, Господи, прости. Наташ. Ну, добре, все, домовились. Тепер головне. Толя. Нінуся, скоро до вас прийдуть документи. Ну, ви їх заповнюєте і в опікунську раду. А там же Олешка скаже, що хоче вас за батьків, ну, а ви що хочете її всиновити. Толь. Ну, всиновлення – це ж проста формальність. Я готовий забезпечувати хлопчика, вдягати його, годувати, навчати. Ну, Толя, ну не топчися кругалями, йди напряму. Ні, ну, в мене один син, Віталь. Ти мене тепер зневажаєш. Ні. Алло? Ніна Петрівна? Так. Це капітан Кузьменко, командир вашого сина. Так, я впізнала. Ніна Петрівна, тут справа дуже термінова. Вам треба приїхати. Хочу поприветствовать вас от имени руководства Луганской Народной Республики. Дороги у нас малость подгуляли, но это ничего. Как говорится, главное – боевой дух. Ага. Разрешите доложить по поводу завтрашнего дня. Торжественная встреча, концерт, обед, девочки, сауна. Здесь война или бордель? Виноват. Война. Воюете? Воюем. Отчаянно воюем. Я бандеровец. Нападай.
Вы старше по званию. Не имею права. Вот именно это приказ. Как скажете. Теперь слушай расписание на завтрашний день. В 6 утра общий сбор командного состава. Кто не явится, пристрелю как собаку. Воюют они. С вас 500 зеленых в месяц. Ну, чтобы я вашу тошниловку не закрыл. Жор Петрович, ёкало мое. Так покойный Саныч, он же и то меньше драл. Ну, в смысле, брал. Оттого и покойный, что командовать не умел. А вы у меня теперь знаете, где будете? Вот вы где у меня. Понятно? Да, и кстати, за каждый твой левый поход на ту сторону еще 100 баксов. Я ж тебе говорю. Жор Петрович, ты меня, конечно, извини, но я ж так в минуса влезу. Мне же легче вообще все это дело закрыть. Будя, а закрываю здесь я, на подвале. Если ты думаешь, я забыл, как вы здесь укропку обхаживали, которую сына бандераца искала, а? Зарубите себе на носу оба. Теперь власть здесь я. Люся, ёкала мне. Вот не дай бог ты меня еще хоть раз тронешь, когда я за бизнес базарю. Поняла меня? Толя, не дихай так нервово, бо в мене на потилиці зачіска розтріпується. Кузьменко сказав, що вони спіймали Лєшого, того, що вони інших матерів кинув на гроші. Так? Ну так. О. І ти хочеш поїхати замість мене, так? Так. Ну що ти там робитимеш? Я йому голову відіб'ю. О, а треба не голову відбивати, а опізнати. А ти його в обличчя не бачив, а я бачила. Значить, поїдемо разом. Ага. Угу. Ну, правда. Давай залишимо дітей. Нехай Даринка Олєшку пасе замість підготовки до вступних іспитів. І буде нам і всиновлення, і Даринчин університет. Толя, я тобі обіцяю. Я з'їжджу, опізнаю того мерзотника і повернуся. Все. Ніно, ти вже одного разу з'їздила. Ми тебе ледве живою дочекалися. Толь. А? Я знаю, чого ти боїшся. От послухай мене. Послухай. Приймаючи Олєшку, ти не втрачаєш Віталя. У тебе велике серце. І його вистачить і на мене, і на трьох дітей. Велике-велике, як небо. Ніно, ну от як так виходить, що завжди все по-твоєму, а? Так, Люсю, йокола мене, ну що ти стримаєшся, а? Пережили Саныча, переживемо і Петровича. Люсь, ну он, заначка єсть, і слава Богу. А дальше или Ішак, или этот, как его, или Батішах. Да.
Любовь, это Катя, медсестра. Ой, Катюх, слышь, вот веришь, не до тебя сейчас, а? Позже перезвони. Вот это важно. Послушай, тут мне человека привезли. Не знаю, как сказать. Вообще боюсь, что меня подслушивают. Будь, нам срочно надо встретиться. Катюх, у тебя с головой все нормально, а? Ты говоришь, что боишься, что телефон прослушивают, и по телефону об этом базаришь. Тю. Алло? Алло? Так а что там? Шо? У Катьки запара какая-то. Вот, блин, у нее запара, а у нас тут курорт. Да, конечно. Пошли. Не пойду. Никуда я не пойду без тети Нины. Ну ты ж знаешь, куда тетя Нина поехала. Знаю. Домой. Та які домой? Просто там хоч щось про Вітеля можна дізнатися. Про нашого сина. А зараз я твій. Ти повинен мене слухатись. Пішли. Нікого я не должен слушатися. Я без тети Ніни нікуди не пойду. Па. Ну? Тетя Ніна со мною приїхала. Сейчас вона мене бросила. Я хочу домой. Тетя Люся и дядя Бодя. Они на меня никогда не кричат. Он просто теж хвилюется. За тетю Ніну и за Віталія. Тому такий строгий. Малий. Пробач мені, будь ласка. Я просто теж за тетю Ніну дуже хвилююсь. Повір. Я ніколи на тебе не буду кричати, навіть якщо ти двійку принесеш по руках. Звонили, я Леша. Вы решать приехали или что? А бабки тебе сумму сказали? На. Рахуй. Порядок. С проездом, Нина Петровна. Добрый день. Сумочку давайте. До машины ходим. Значит так. Мої хлопці разом з СБУ піймали Лешу. Ага. Ця сволоч не тільки вас на гроші кинула, але й ще з десяток матерів полонених наших хлопців. Десяток? А чого ви мене покликали? Ближче нікого не знайшлося? Знайшлися, тільки вони всі відмовились. Чому? Хто їх знає. Коли приїжджають, налаштовані по-бойовому, а на ранок відмовляються. Якісь дзвінки витримують. Погрози, мабуть. Поїхали. Наперед. Добрий день. По закону ми можемо тримати його не більше, ніж 72 години. Залишилось 18. Допит проведемо завтра вранці о 8, сьогодні вже пізно. Всі матері відмовились, всі.
якщо і ви спасуєте, завтра в рації відпускаємо. Послухай сюди. Ми його півроку ловили. Півроку, розумієш? Я розумію. Я розумію, але... Я зобов'язаний. Алло? Швидченко Ніна Петровна? Так. Ваш син Віталій у нас. Ви хочете увидеть його живим? Все, накрилося. Перехопи розмову. Та 100 разів перехоплювали. Він подзвонив і одразу картку і телефон викинув. Якщо будете вести себе правильно, то получите свого сина. Вам понятно? Так. Ніна Петрівна, наведіться. От не треба мені зараз наказувати. Я вам сина здорового віддала. Де він? Ніна Петрівна, вам треба відпочити. Угу. Ніна Петрівна, послухайте, нам завтра о 8:00 треба тут бути. Давайте я з ночівлею поможу. Не загублюся. Так, значку давай сюда. Ты что, Люсю, какая... Так, Водя, бегом. Всю. Давай, давай. Сейчас, погоди, несу. В пустоте. Да ну в торбе глянь. На, держи. Ты красава. Благодарочка, слушай, а? Вообще прям. А, слышь, когда откроетесь? У Жору Петровича своего спрашиваю. А не. Бандана? Чего? Чего? Ты ничего не забыл? Лаве гони. А, да, точно, слушай. Держи, пятюрик дай. Ух, сейчас мы оторвемся, а? Да. Шо, Люсек, очканула? Так, давай. Що буде? От вся наша прибуль. Ну так що, нормас? А от це то, що коменданту треба дати. Ух ти ж, йокали мене.
И что делать? Бабки делать, Бодя. И бегом. Так на место положь, а? Свободен. Есть. Здравия желаю, товарищ генерал. С прибытием. Ознакомился с регионом. Процессию. Слушай сюда, пока еще полковник. После твоего провала на Кавказе считай свою ссылку в республику курортом. Высшее руководство предлагало тебя списать, а ты знаешь, что это значит. Но я замолвил за тебя словечко. Благодарю. Иди ты со своими благодарностями. Луганские сопляжующие 14-го года с укропами не могут разобраться. Короче, Степан, у тебя последний шанс отработать и тихо свалить на пенсию. В регионе полный бардак. Через блокпосты за 100 баксов люди катаются. Пьяные ополченцы валят комендантов. Короче, разберись, полковник. Есть. Есть. На жопе шерсть. Давай, не забывайся. Кругом! Свободен! Сергей Петрович, можно я на полчаса домой отлучусь? Не понял. Что за херня? Просто я уже сутки здесь. Мне бы хоть переодеться, там, зубную щетку взять. Может, вам чего? Вы же тоже на ногах. Ты шо? Если через тебя кто концы отдаст? Никто не отдаст, и это я вам как медик говорю. Одна нога тут, другая там. Лады, беги. Только за несанкционированную отлучку штраф. Пляхам водочки. Кто? Это я, Катя, открывай. Будь. Люся! Ты шо орёшь, а? Что мне делать? Шо? Шо, шо? Утром приходи. Раненых привезли. А я вот что нашла. Я сразу подумала, что это сын Нины Петровны. Нинки, шо ли? Я его сфотографировала. Это он? Чё, я его шо, видел? Ты это давай, фотку мне скинь на всякий случай. Так, Боря, я не поняла, какой всякий случай, а? Мы и так тут с тобой по краю ходим, а ты давай, Катя, вот это, забирай все и вали отсюда. И вообще, нечего по ночам шастать, людей будить. Люсь, дай бутылку водки. Шо? Пожалуйста, меня прибьют. И эту зубную щетку. Нет, ну, ну ёкала мене, а? Давай. На. Спасибо. Здоровья.
Будь. Та йду. Это не он, это. Ну, говорю тебе, что это не он. Ну, что бы то он Нинкин был? Да и потом его в Луганск еще тогда отправили. Будь, 8 месяцев прошло, ты же сам понимаешь. Не вздумай. Алло? Нина Петровна, вы хорошо усвоили то, что я вам сказал ранее? Так. Судьба сына в ваших руках. Завтра в 8 утра... Вы скажете, что никого не узнали. Чекай, ты о Зитке выдезналась еще. Вы поняли, что я сказал? А теперь выслушайте меня. Если завтра до 8 ранку я не побачу сына, вы своего лешего не побачите років с 15. Ясно? Черт! Thank you.
Все, підтягнути диш. Будь ласка, ваш підпис під протоколом. Ось тут. І ось тут. Я вам дуже дякую. Ніна Петрівна, я навіть не знаю, як вам дякувати, але дякую. Ви знаєте, якщо щось дізнаюся про Віталя Нове, я зразу передзвоню. Угу. Ну, а зараз давайте на вокзал підкину. Ні, дякую. Точно? Ну, я трохи передихну і доберусь сама. Дякую. Алло? Ну, Нинок, это Бодя. Короче, слушай меня сюда. Сейчас бросаешь все и пушкой летишь в Лисичанск. Пофиг как. Такси, самолетом, кораблем мне по барабану, чтоб ты была здесь. Потому что тут уж воздух нужна. Тема твоего сына касается. Поняла? Нинок, ты искал, а я нашел. Мать, ты чего? Ну садись. Ты что? Ты же у меня, мадам, крупного формата. Я один с тобой не справлюсь. Господи, ты... Спокойно. Он у нас на больничке. Да. Смотри, Катька, медсестра у нас. Фотку прислала. Господи. Поехали. Так, Нинок, стопы. Ты только должна понять, что то как раньше так не будет. Понимаешь? На блокпосте тебя уже помнят. Не хвилюй. Тебе гроші потрібні? Йокола мене. І при чому здесь бабки? Нін. Реально, ти готова? Так. Ми зараз скоренько в аптеку. Візьмемо хоч щось із ліків. Поїдемо. Ну ти ж рандає, мать. Давай, погнали. Толечка, я прошу тебе, заспокойся, не психуй. Ніна, я психую, бо дуже добре тебе знаю. Толя, ти тільки відразу не закипай, добре? Mm. Тут з Лєшем, бодай би його нові. Обставини з'ясувалися. Які обставини? Почекай. Дай я спокійно скажу. Коротше, є надія дізнатися про Віталя. Так і знав, що не треба було тебе відпускати. Нікуди не влазь, і я тебе прошу без ніякої самодіяльності. Будь на зв'язку. Добре, все. Дякую.
Як так, а? Щоб на нашій стороні в аптеці нічого не було. Мінок, ти що, по сравненню з нашими здесь все є. Давай, погнали быстрее. Ну, на місці розберемося якось. Правда? Конечно. Давай по бирику, а? Тут тебе не проходной двор. Ой, Валя, ти хоча б зараз міг свої клумаки не тягти. Ти що? А жить за що? Я що, зря на ту сторону мотався? Тут, Нинка, нужно совмещать приятное с полезным. Ты в данном случае полезная. Я потом на бок, посту. Тоже заподозрят, что это я порожняком гоняю. Так что клумаки в данном случае это еще и конспирация. Понимать надо. Сергей Петрович, ну что же вы в сухомятку всю? Вы же желудок испортите. Идите в ординаторскую, я там чай заварила. И суп домашний, легкий есть. Благодарочка, Катюха. Пойду, хлебну. Чего ты стал? Все, Нина, приехали. Дальше блокпост. Загребут тебя. В розыске ты. Тебя на блокпосту все знают, понимаешь? Я ж тебе говорил, что в этот раз сложнее будет. Давай, кажи, какие варианты? Юкламан. Вон, есть только один путь. Через лес этот. Нинка! Да стой! Да стой ты! Короче, лес этот еще в 14 году заминировали. И по нему с того времени никто и не ходил. Так что я грех на душу брать не буду. Давай, садись, обратно тебя повезу. Садись. Не. Жди меня на том боте. Нина. Подойди. Вот шальная баба. Только я тебя долго ждать не смогу. Это комендантский час. Поняла? Засветло надо успеть, Нинка. Ты меня поняла? Шальная баба. Thank you.
Господи.